стритбол, естественно, мы планировали провести на улице, все-таки это своя атмосфера, это уличный баскетбол, это мы хотели сыграть 3 на 3, чтобы была вся атмосфера урбана, болельщицкая поддержка, атмосфера улицы и все такое. Но, к сожалению, погода, несмотря на май месяц, нас подвела, и из-за обильного количества осадков нам пришлось с площадок стадиона «Металлист» перебраться в институт физкультуры. Но не скажу, что это в чем-то нам помешало. Все участники, мне кажется, были довольны, особенно те, кто победили. Ну и, по крайней мере, было сухо. Все были в тепле, и в общем этап, в принципе, получился. Граю уже половину свого життя, вже 12 років граю в баскетбол, граю професійно, граю в стрітбол. Більше всього подобається це натхнення заходу гри, все, що можна сказати. Стритбол отличается количеством людей на площадке, то есть количеством, сама площадка, то есть меняется, играется на одно кольцо. Ну и у нас, так как это битва корпорации, то есть обязательное участие одной девушки было, то есть тоже очень хорошая такая. По-перше, играем мы 3 на 3, а не 5 на 5. Ну и по-друге, стритбол больше индивидуальная игра. Тут как бы мають индивидуальных характеристики гравців. В 5 на 5, когда играешь в баскетбол профессиональную игру, там, перш за все, это командная игра и командная взаимодействие. Так же сложно, но играется на одно кольцо, не так, как в баскетболе на два. Играю 3 человека. Но играю, потому что нравится. Люблю этот спорт. Мы разделили команды на 4 подгруппы. В некоторых группах получилось в связи отсутствия 2 команд по 3 команды. Организаторы, то есть мы сами решили тоже занять одно из вакантных мест, тоже немножко сами побегали. Но 2 победителя, 2 верхних места из каждой группы вышли в четвертьфинал. И там мы уже со стадии плей-офф четвертьфинала уже играли на выбывание. Четвертьфинал, полуфинал и финал. Все те же действительно, но единственный, наверное, негативный момент, то ли из-за того, что уже близко лето, у людей начинаются периоды отпусков, то ли действительно какие-то более объективные причины. Но 2 команды, Харьков Пелос и Альфа-Банк, у нас не добрались. Пришлось немножечко по укороченной программе нам проводить сегодняшний стритбол. Пройшли груповий етап, виграли 1/4, 1/2, попали в фінал. Гра була досить насичена, самим сильним суперником, як на мене, це був фрешмайн, зараз вони грають якраз. Там чудовий виконавець, який кидає гарні трішкові кітки. Сьогодні зайняли 3 місце в стрітболі, тому так от помішало. Недостатньо тренувань, мабуть, було у нас. Команда, яка нас побіділа, просто більше грала в місті і зіграні були більше. Было несколько команд, в группе заняли 1 место, прошли в полуфинал, все участники были сильны. Форс-мажорные обстоятельства заставили нас выйти на площадку, но не скажу, что мы не получили удовольствия, выиграли одну игру, проиграли вторую, сыграли, все хорошо, поддержали общий командный спортивный дух. Перш за все, це комунікація між гравцями, між компаніями, здорова конкуренція, ніхто її ніколи не відміняв. Якби такі заходи, вони об'єднують людей, тим паче в теперішній час, щоб у нас було мирне небо над головою і спільна мета, тому думаю,
Це досить позитивні моменти, у нас такі заходи. Дякую за це організаторам. Перший раз приймаю участь, дуже понравилось. Я думаю, стоїть далі цим займатися. Некоторі люди працюють в різних сферах, і це дуже допомагає как бы, і зблизитися як і морально, так і фізично. Я думаю, розслабитися. Це хорошо. Стритбол, да, действительно, это у нас предпоследний этап битвы корпорации. Мы уже на финишной прямой, и не скажу, что мы ждем завершения, но все-таки мы ждем победителей, ждем тройку призеров, и все-таки нам самим интересно, как это все закончится. Надеюсь, погода все-таки будет нам благосклонна в июне месяце, 5 июня мы проведем пляжный волейбол. В этот же день, по окончанию спортивной части пляжного волейбола, мы проведем награждение, выделим лучших игроков, выделим, естественно, лучшие команды, призы, подарки, кубки. И все-таки мы узнаем первого обладателя кубка битвы корпораций, лучшую корпорацию города.